Если верить легенде, в джунглях Амазонки есть дерево, исцеляющее любые недуги. И ключом к нему служит наконечник стрелы. Взять ее! Данный экспонат, чтобы вы знали, неверно маркирован. Привет, мальчики. Призов по амазонским джунглям вы выбрали, безусловно, самый дешевый. Но и самый захватывающий. Поберегись, головы. Осторожно. Головорезы. Туземцы, полегче. Дамы и господа, приготовьтесь увидеть неописуемое. Обратная сторона воды. Это восьмое чудо света. Пойдем вверх по реке к Лагримас де Кристаль. Вопрос на чем? За мной. Есть кто? Не, закрыто. Мы с братом ищем перевозчика по Амазонке. Удачи. Я непристойно богата. Раз верите в легенды, уверуйте и в проклятие тоже. Будете умолять вернуться. С удовольствием вас разочарую. 10 000 за доставку живой. Мертвый будет 15. Почему это мертвый дороже? Нести ваш труп на своем горбу, стоит терять. Ради бога, простите. Ничего, жить буду. Я не умею плавать. Не умеете плавать, но зафрахтовали круиз. Плата возросла. Круиз по джунглям. Легенда правдива. Так что вы здесь делаете? По одной легенде, в джунглях Амазонки есть дерево, способное вылечить любую болезнь. Однако, попав в дурные руки, оно может навлечь ужасное зло. Я убеждена, что легенда правдива. Очень зря. Я найду его. Конечно. И вот тогда ты представь, сколько жизней можно спасти. Я искал это дерево дольше, чем кто-либо. Прочесал все деревни, все острова. Тщетно. Ты ищешь то, чего не найти. Но у тебя не было ключа. Может, ограничимся туризмом? Слонов посмотрим. На Амазонке нет слонов, и они мне даже не нравятся. Слушай, всем нравятся слоны. Что главное знать о джунглях? Все, что вы видите, хочет вас убить. И может. Спокойно, они чувствуют. Я не боюсь тебя. Кому нужна подлодка на Амазонке? Огонь! Хватайся! Зацепился! Сейчас! Уже! Зацепился! Отцепился. Хватит, оставь меня в покое, это какой-то кошмар. Вышло слегка не по плану. Вон они! За мной! Чужие! О, простите, Фрэнк. Да, сильный удар. Меня зовут доктор Лили Хоутон. Нам с братом надо вверх по реке. Это джунгли, и тут не место для отдыха. Я здесь не на отдых. По легенде, есть дерево, обладающее неимоверной целебной силой. Оно изменит медицину навсегда. Я помогу вам его найти. Поехали. Порой достаточно хорошенько опнуть. Мой мотор никто не трогает, кроме меня. Я что сейчас сказал? Поехали. Мы сделаем это вместе. Ты не мечтал о новом приключении? Она вечно с безумными идеями. Но проклятий не существует. Все, что вы видите, хочет вас убить. И может.
Хочешь вернуться? Нет, я хожу в автобус. Торпеда. Боже мой!